вето, еще инициатива вето. My question is that, going back to Ukraine, what would trigger a nuclear war, and how close are we to that risk? Вы знаете, вот нас все время пытаются обвинять в том, что мы махаем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой. Просто Ирна, Алина Дерей просит задать еще один вопрос. Это такая тема очень жесткая. Вот, значит, американцы — единственная страна, Соединенные Штаты, которая использовала ядерное оружие во Второй мировой войне. Хиросима, Нагасаки — 20 килотонн. Наше тактическое ядерное оружие — 70-75 килотонн. Это такое ядерное тактическое оружие. Ну, давайте не доводить до, не только до использования, а даже до угрозы использования. Соединенные Штаты тратят совокупно. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина. Посмотрите, что написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Ну, надо, нельзя относиться к этому легко, поверхностно. Нужно относиться профессионально. Господин Асхан, есть ли у вас второй вопрос? Пока есть возможность. Не надо формировать образ врага из России. Вы сами себе только вредите этим, понимаете? Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Но это было бы бредом, да? Если бы не было задумки для того, чтобы одурачивать свое собственное население. Говорит, а, караул, скоро Россия на нас нападет, и мы должны срочно вооружаться, срочно, значит, направлять вооружение, значит, на Украину. А на самом деле для чего это делать? Чтобы удержать свое собственное имперское положение и величие. Вот для чего это делается. Французы это не помнят. Или не хотят, или просто не придают этому значения. Ну, посмотрите потенциал НАТО, посмотрите потенциал России. Ну что, вы решили, что мы сумасшедшие, что ли? На украинском направлении. Это будет зависеть в целом от...